франков. Лазарский, вы там? Come in, Lazarski. Ответьте, Лазарский. Лазарский, вы там? Где рация-то? Come in, Lazarski. Давай. Yeah, I'm here. You okay there? I've been ailing you for the past 5 minutes. I'm fine. Со мной все хорошо. Наверное, просто задремал. No rest for the wicked. How's the dream eater treating you? Well, I'm not a vegetable. Но овощ пока не превратился. Could have fooled me. А так и не сказал. I'm serious, Dan. Your signal's all over the place. Have you taken your meds? Конечно. Yeah, sure. Wow, that was convincing. Take your meds, detective. I need you clear-headed. Okay. Yes. Фига его колбасит. There you go. Looking better already. Yeah. Да, не хотелось все испортить. Только представьте завтрашний заголовок. Еще одна пиявка превратилась в берсерка. Don't be like that. Не стоит так говорить. Это ведь просто... Не. Найс тачка. Так. Есть работа для меня. What's this about? Just checking in, or you need me downtown? Nah, just a checkup. Да нет, просто проверка. No one left for you to interrogate. Sounds pretty bad. Звучит скверно. Yep, not pretty. Да, все довольно плохо. The explosion level half a block. The place is still on fire. Там повсюду слоняются мордовороты корпорации, типа обеспечивают безопасность в районе. Covering their tracks. То есть заметают следы. Так. Careful what you say. Who is this? How'd you get this frequency? Don't you recognize me? Не узнал? Adam? Adam? Yes. Да, по крайней мере то, что осталось от меня. Папа. What's left of me? Так. Dad. What happened? Что случилось? Где ты был все это время? Away from you. Подальше от тебя. Забавно. It's funny. Я думал, после стольких лет, мне будет легче слышать твой голос. Hear your voice after all these years. But it really isn't. Come on, Adam, don't start. Не начинай. Понимаешь, я всерьез верил, что смогу это провернуть. Я был так близок к успеху. К тому, чтобы изменить мир, сделать нас свободными. А теперь не может быть, чтобы все это было зря. Это не важно. Скажи мне, где ты? Я приеду за тобой. Shit. Блин, папа, Dad, хоть раз в жизни. Просто выслушай меня. Что бы ни случилось, ты должен помнить. Ты это контролировать не можешь. I need you to remember. You're not in control. Adam. Адам, ты слышишь меня? Ты еще там? Адам, проклятие. Адам. Папа? Матриарх. Display Матриарх, покажи идентификатор абонента. Displaying now. Так. Color ID. Грабинский. Грабинский? Что-то новенькое. Matriarch. Матриарх, определи, откуда совершен последний вызов. Triangulating coordinates. Come on. Location established. Положение определено. Входный дом, район класса C. Class C district. Jesus. Как же так, Адам? Трущобы? Как близко попал? We just had to hit bottom. Rock fucking. Что ж, порезвимся в грёбаных трущобах. Рутгер Хауэр.
вставка довольно-таки годная. Да как же зло он на меня смотрит. Все, все, ухожу. Пылесосьте, пожалуйста. Нужно уходить. Полегче, железяк, но мне не нужны проблемы. Желез? Нет. Я не живу в этой выгребной яме, если вы это имеете в виду. Что вам здесь нужно? Так, по работе. Я веду расследование. Полиция Кракова. Что вам здесь нужно? Мне нужен один из ваших жильцов. Жилец? Имя. Грабинский. Леон Грабинский. Жилец. Квартира 07. Первый этаж. Через внутренний двор. Повернуть направо. Повернуть налево. Прямо. Повернуть направо. Through the courtyard. Turn right, turn left. Straight ahead, turn right. Yeah, I got it. Да, я понял. Назад и вперед. Спасибо. Thanks. Дверь открыть. Вообще, наверное, имеется в виду дверь открыта. А не дверь открыть. Attention, citizens. Curfew is now in effect in all Class C districts. Remain in your apartments and enjoy your chosen holographic content. Thank you for your cooperation. Так, это, видимо, означает, что я здесь. Тату-шоп. Здесь есть тату-шоп. Так, квартира 07. Это куда вообще? Подожди, вот это лестница. Номер жетона 65-62-1. Меня кто-нибудь слышит?
Чудесно. Охеренно просто. Okay, Dan. Хорошо, Дэн. Может быть, это Maybe и не он. Не обязательно, him. Что это он. Operational efficiency restored. This is Lazowski 65621. Setting up a crime scene. Нажмите E. I need to check the victim's compass for connections. 6 million volts. 6 миллионов вольт, видимо, недостаточно. Почему я ходить-то не могу? А, правую кнопку мыши, все понял. Ну что же, с чего-то нужно начинать. Erratic cutting pattern. Край среза неровный, значит, убийца крайне возбужден. Походу, вообще что, как будто его какой-то, не знаю, тигр полоснул или кто-то такой. Запрещенный препарат 45F, также известный как корм. Ты не притронулся бы к этой гадости. Корм какой-то, походу. Стало быть, это твоя квартира. Впрочем, из этого не следует, что это твое тело. А, ей типа лица не видно. Тебя мало интересовали такие вещи. Скрытое хранилище данных. Шифр слишком сложный для моей отмычки. Возьму с собой. Возможно, позже мне удастся его декодировать. Жертва установлен микшер идентификаторов. Идентификация невозможна. Черт. Сопутствующий ущерб или уничтожение улик. Напечатано на настоящей бумаге. Не ожидал от тебя такого архаизма, Адам. 1984.
остается, походу, шкаф. Материнская плата. А Корпорация Хирон. Высокий уровень допуска. Вроде не поддельный, но срок действия истек. Эта панель накрылась. Должно быть, сигнал подается откуда-то еще. Сейчас найдем. Я могу обратно шкаф этот опрокинуть? Дальше. Консоль безопасности. Вероятно, активировал охранную систему. Должен быть способ ее деактивировать. Так, теперь, походу, пока я не деактивирую, я не смогу выйти из комнаты. Так, теперь мне надо найти пароль. Или нет? Так. Можно попробовать отключить ее с помощью криминалистического интерфейса. Так, а как закрыть-то? А, средняя кнопка. This is the spot. There has to be something. Bingo. Так, панель-то я нашел. А вот откуда взять код? Нигде не написано. Должна быть какая-то запись, на которой будет код, скорее всего.
Попробуем 33-45. Как выйти там во все? Так, а инвентаря у меня никакого нет или заметок? Понял, что за пароль. Да, неспроста здесь эта книга лежала. Персональный компьютер. От центра города. Трагическая случайность или атака повстанцев? Так сообщили. Они знают. Я знаю, что это занятой человек и все такое прочее, но нам нужно поговорить. Срочно. По-моему, они следят за мной. На этот раз по-настоящему. Я почти уверена, что вчера кто-то шел за мной до дома. И сегодня я видел этого странного парня из окна. Он просто стоял там. Если ты не можешь гарантировать мою безопасность, то я выхожу из игры. Мне и так проблем хватает. Пока наш маленький ослик тащит повозку, не беспокойся, я с ней справлюсь. Она не такая, как мы. Она понимает, что влипла по уши, и это ее ужасно пугает. От простого ума нельзя ждать слишком многого. Ты пока сосредоточься на своей работе и оставь человеческий фактор нашего проекта мне. Успокойся и сохраняй концентрацию. Помни о награде. П.С. Рад, что тебе понравился экземпляр. Мне кажется, в нем схвачена суть того, чего мы пытаемся добиться. Я деактивировал охранную систему квартиры. Покидаю место преступления. This just doesn't feel right. You're still alive. No way. Ты что, все это? Ты все еще жив, я знаю. Attention, tourists. This is a sanctioned lockdown procedure. There is no need for concern. Remain in your apartment. Какая-то блокировка началась. Lockdown procedure.
Так, все нормально, все заработало. Чего вам надо? Сэр, у вас найдется минутка? Я из полиции Кракова. Господи, они здесь, чистильщики здесь. Вот и пообщались. Не-не, алло. Интересно. Нана Фейшендай. Какая-то книжка. KPD, полиция Кракова, мне нужно с вами поговорить. Ты его сломал? Нет, это ты его сломал. Ты заткнешь их наконец или нет? Я здесь пытаюсь разговаривать. Я слушаю, чего? Так. Железо с квартиры 07. You know, вы знаете, кто живет в седьмой квартире? Папа, Томми у меня ворует. Заткнись, ябеда. Я, кажется, сказал вам заткнуться. Седьмой, да? Нет, не могу сказать, что я его знаю. Хорошо, значит, это все-таки мужчина? Ну да, я видел его пару раз. Может, я что-то подзабыл. Может, примерно описать его? Возможно. А зачем вам? По работе. Просто ответьте на вопросы. Больше меня не увидят. Вот так вот, да? Почему вы не выбьете дверь и сами с ним не поговорите? Так вы можете его описать или нет? У меня нет времени на эти игры. Хорошо, хорошо. Молодой. Лет примерно 20 с чем-то. Ого, еще что-нибудь? Нет, у меня не было возможности его хорошенько разглядеть. Среднего роста, среднего телосложения. Он был просто всегда на чеку, понимаете? У вас там все в порядке? Что? О, да, но вы же знаете, какие сейчас дети пошли. И какие же? Ну, с ними нужно быть строгим, иначе они на голову залезут. Обычно я просто сажу их перед проекторами. Тогда они становятся тихими и спокойными. Но все просто к чертям сломалось. Дешевое американское дерьмо. Вы не видели ничего подозрительного возле дома? Быть может, здесь слонялись какие-то незнакомцы? Нет, меня мало волнуют другие жильцы. Большинство из них – просто горстка неудачников. Ты такой глупый. Нет, такой глупый, как ты. Нет, ты намного глупее. В отличие от вас, успешных, уважаемых граждан, а то, к счастью, скоро мы выберемся из этой дыры. Правда? Да, я неплохо продвинулся по службе, даже подал заявку на повышение статуса. Как только ее утвердят, мы сразу же переедем в район класса Б. Понятно. Ну что ж, удачи. Район класса Б. Б. Synchrozine selected. Так, я сейчас нахожусь здесь. Нет. Здесь тоже со мной никто не хочет разговаривать. Здесь нужно. Тут даже можно взламывать двери. Интересно. Так.
Что за дерьмо с этой дверью? Заблудился. Тоже никто со мной не говорит. Пожалуйста, подойдите к двери. Мне просто нужно с вами поговорить. Кто вы? Вы прислали с Херона? Я из полиции Кракула, если вы это имеете в виду. Правда? Копов в здешних краях не видели уже... Да никогда, наверное. Ну что ж, теперь увидели. Да уж, удачи, она вам еще пригодится. Спасибо. Remove your plant. Voices from below. Не верьте лжи, эпидемия еще не закончилась. Нежелательные соотечественники. Если вы следите за Хероновой пропагандой, то вы, должно быть, слышали, так как называемый министр здравоохранения изрек очередной перл корпоративной мудрости. Тех же, кто не слышал, позвольте ввести в курс дела. Всем тем, кто поддался страхам, разжигаемым повстанцами, повторяю, нет абсолютно никаких причин для беспокойства, но нанофаг более не является угрозой. Мы обуздали сбой и таким образом освободились от этой болезни. Лояльным гражданам, которые поддерживают ответственную аугментацию, бояться нечего. Всего три слова, полная чертова чушь. Расскажу, как обстоят дела в действительности. Если ты не один из сучих счастливчиков класса А с блистающим набором модификаций, в каком случае ты вряд ли читал бы это, нанофаг для тебя по-прежнему вполне реален. Было как минимум три подтвержденных случая в прошлом году, один из которых привел к небольшой эпидемии. К счастью, нам удалось сдержать ее, прежде чем она вышла из-под контроля. Вы можете подумать, всего три случая, чего беспокоиться? Если так, то вы никогда не были свидетелем вспышки эпидемии. Для большинства из нас, ютящихся в районах класса С, даже одного единственного случая более чем достаточно. Итак, какого черта делать дальше? Прежде всего, профилактика важнее лечения. Учитывая коэффициент выздоровления, эти слова должны стать для вас Евангелием. Когда заразилась эпидемия, обычно уже слишком поздно. Поэтому, если хотите уцелеть, ищите следующие симптомы. Первое. Жар. Обращайте внимание даже на малейшее повышение температуры тела. Пак начинает постепенно, едва ли заметнее, чем грипп. Поэтому, если чувствуешь себя не вполне здоровым, беги в местную поликлинику на обследование. Береженого Бог бережет. Второе. Отклонение в работе имплантов. Здесь все сложнее. Учитывая, что тебе, как и большинству из нас, не по карману регулярное техобслуживание модификаций, ты, вероятнее, привык к закидонам нейроимпланта или легким спазмам искусственной руки. Но если эти случаи учащаются, лучше провериться. Третье. Странное поведение. Иногда пытайся оторваться от проектора, чтобы взглянуть на соседей. Если кто-то из них ведет себя чуднее, чем обычно, что-то бубнит сам себе или идет заплетающейся походкой, при условии, что не пьян и не под кайфом, то это может быть началом. Немного бдительности тебя не убьет, а вот ее отсутствие вполне способно. 4. Воспаление в местах вживления. Итак, кожа в основании импланта покраснела или зудит. Плохая новость – это может быть инфекция. Хорошая новость – это несмертный приговор. Наши врачи провели множество операций по удалению, и что отличает нас от корпоративных чистильщиков, большинство наших пациентов покинули операционную живыми. Пока нет нанитовых проколов, еще не слишком поздно. А если есть, то ты, скорее всего, слишком занят галлюцинациями и кровохарканием, чтобы заметить это. Если ты обнаружил у себя или своего соседа какие-то из этих симптомов, свяжись с нашими врачами. Если не знаешь, как найти нас, поспрашивай знакомых. У нас есть глаза и уши во всех районах класса С, поэтому есть шанс, что мы сами тебя найдем. А теперь то, что определенно не надо делать. Первое. Не паникуй. Надежда есть. Это еще не факт. У нас были десятки ложных сообщений о предполагаемых вспышках, которые оказались тяжелыми случаями птичьего гриппа или сбрендивших старых имплантов. Второе. Не будь идиотом. В последние месяцы были десятки случаев насилия в отношении предполагаемых переносчиков.
Как ты догадываешься, это ничего не решает. Как только болезнь проявилась, мы все в одной лодке. Третье. Не сообщай об этом властям. Сколько ни повтори это, все равно будет мало. Чистильщики тебе не друзья. Они придут не для того, чтобы помочь. Лучший сценарий — они опечатают все здание и обшарят его вдоль и поперек, используя вспышку эпидемии как прилог, чтобы конфисковать подрывные материалы и задержать парочку нежелательных элементов. Худший сценарий — те, кого они убьют на месте, окончат свои дни подопытными кроликами в отделе исследований и разработок корпорации Хирон. Если уж до такого дойдет, сделай себе одолжение, покончи с этим поскорее. Выпрыгни в окно, вышиби себе мозги, неважно как, но сделай это в последний момент. Ты не скажешь мне спасибо потом, но в противном случае ты пожалеешь. Следующее сообщение может быть доставлено одному или нескольким содержимым за блокирование Брандмауэром Хиронет. Так. Дорогая Энни, когда ты прочитаешь это, меня уже не будет среди живых. Подробности не важны, просто знай, что я ушел по своей воле. Не стану просить о похоронах. Видит Бог, ты ничего не должна мне, и когда чистильщики разберутся с этим местом, вряд ли останется что хоронить. Помни, что при всех моих недостатках я всегда любил тебя, как любила твою маму, когда болезнь забрала ее. Часть меня умерла в тот день. Простое выражение привязанности стало для меня словом на незнакомом языке, мучительным напоминанием о том, чего я лишился. Это не оправдывает то, чему я подверг тебя, но это и правда. Я так счастлив, что тебе удалось выбраться из этой проклятой дыры и найти человека, достойного любви. Желаю вам обоим всего наилучшего. С любовью, папа. Больше ничего нету интересного, кроме игров пауков. Консьерж оставил дверь открытой. Надо мне на улицу? Наверное, нет. Сам консьерж куда-то ушел. Опа, можно у него пошарить. Синхрозин, вижу, валяется. Синхрозин collected. Так, ну тут пиарят Хирон, короче. Дорогой господин Юрковский, хотя мы высоко ценим вашу образцовую службу и жертву, на которую вы пошли ради своей страны, политика ИРВ обязательно занимать строго
проактивную позицию, помогая нашим храбрым ветеранам снова интегрироваться в общество. Регулярные выплаты требуют ежегодного предъявления нашему представителю документа о постоянной занятости класса Б. Ваша текущая должность консьержа не отвечает этому требованию. Учитывая данные обстоятельства, мы, к сожалению, вынуждены отклонить вашу претензию и прервать ваше участие в программе немедленно. С сегодняшнего дня Пенсионный фонд ветеранов прекращает оплачивать периодическое обслуживание ваших кибернетических процессов. Желаем вам всего наилучшего. Инициатива реабилитации ветеранов. Нормально. То есть из-за того, что он не работает на должности класса Б, его как ветерана бесконечности оставили, короче, без заслуживания протезов. Слушай, это слишком далеко зашло. Ветеран ты или нет, мне плевать. Еще одно сообщение, я найду тебя и убью, и выбью из тебя всю дурь. Моя мать больше не может терпеть это дерьмо. Она устала повторять тебе снова и снова, что ее муж, мой отец, умер 18 лет назад. Ей пришлось жить дальше, как и всем нам. Никто не хочет жить в прошлом, постоянно чувствовать горе. Итак, говорю в последний раз. Майк Иворский мертв. Он мертв уже давно. Пусть кто-нибудь печатает это в твою тупую башку. Мне все равно как. Просто мать твою запомни наконец. Даже если ради этого придется забыть, что нужно ходить в сортир. Потому что еще одно твое сообщение моей матери, и твоя челюсть будет сломана. Считай это последним предупреждением. На второй этаж 104, 106, да? Да. Опа, третий левел. Принцесса спасена. Выходим. Снова вы? Знаете, подкрадываться ко мне не самая лучшая идея. Нужно уходить. Да, похоже, я ошибся дверью. Эти коридоры все одинаковые. Коридор? Общедоступный. Кабинет? Посторонним. Вход запрещен. Это нужно мне для работы. Я полицейский. Да, я знаю, кто вы. Правда? На войне мы взяли одного живым. Позвали одного из вас, чтобы проник в его голову. To get into his head. If you're worried, I'm если боитесь, snap, что я вас арестую, то не стоит. Нам даже пистолеты больше не разрешают носить. Не боюсь. Раньше боялся. Раньше worry. Многое случилось. Past. Most things. Вы были на той большой войне, поэтому у вас так много этого металлолома? Плазменный снаряд попал в конвой, броню прожгло. Простите, я не хотел ворошить прошлое. Да, прошлое. Что-то активировало блокировку. Пытаемся деактивировать. Я и Руди. Руди и я.
Думаете, это может быть нанофаг? Недавно случались вспышки? Нет, последний очень давно, возле реки. Старые импланты. Плохие импланты. Кажется, этот робот Руди — многофункциональный ремонтный сервисный дрон. Не потеряйте его. Что? Убегает иногда. Нужно выслеживать вручную. Нельзя ли активировать блокировку изнутри? Или хотя бы передать сообщение? Нет. Нужно держать людей внутри, изолировать, успокоить, ослабить. Да, особенно хорошо действует последнее. Что вы можете сказать о жильце из седьмой квартиры? Жилец. Да, один из жильцов. Как давно он здесь живет? Да. Может, дольше. Плохо со временем. Not good with time. You ever talked to him? Вы когда-либо с ним разговаривали? Didn't get out much. Он редко выходил. Они все редко выходят. None of them do. All right, then, man. Ну хорошо, железный человек. Есть еще что-нибудь вспомнить, сообщите. Right. Хорошо, я начинаю расследование. Можете предоставить мне доступ к остальным помещениям? Uh-huh. Системы нестабильны. Разблокировал, что смог. Unstable. Unlocked. What I could. Thanks. Спасибо. Лучше оставайтесь здесь. В коридоре можно встретить очень опасных людей. Nasty. А, плохо? Bad. Look, just stay safe. Хорошо, просто будьте осторожны. Знаете что? Я так и не спросил, как ваше имя? Меня зовут Дэн. Имя Янус, как древнеримский бог. Слыхали? Janus. Like a Roman god. You know. Sorry I gave you a hard time. Простите, что раньше доставал вас. Рад был с вами встретиться, Янус. Протез руки, протез ноги, протез легких, позвоночник. Церебральный протез. Жестко. ЭтажГ. Так, подвал. Так, но мне надо вообще в 104-ю квартиру. Перевернутый валяется. 105-110. Мне сюда.
А что у меня так квадратит? У меня же синхрозин вроде нормальный. В норме. Что так квадратит картинку тогда? Дэн Лазарский, полиция Кракова. Стандартный опрос. Папочка, кто там? Можно нам открыть дверь? Пап, когда мы сможем погулять? Тихо, дети, идите в свою комнату. Поиграйте в сбежавшую галактику. Я поговорю с этим мужчиной. Здравствуйте, офицер. Я Тадеуш Карский, глава семьи. Чем могу служить? У вас все в порядке? Блокировка не напугала детей? У нас все хорошо, спасибо за беспокойство. Вы кажетесь очень спокойным. Вас не пугает, что в здании, возможно, имело место вспышка? Нет, офицер, нас это не касается. Хотя, конечно, надеюсь, все же причина блокировки в чем-то другом. Не хотелось бы, чтобы наши соседи пострадали. Что вы имеете в виду, когда говорите, что вас это не касается? Мы свободны от искажений. Моя жена, я и наши дети. Свободны от... А, вы непорочны? Да, дети непорочного рождения. Вы слышали о нас? Надеюсь, только хорошие. Ну, я никогда не встречал никого из вашего вида на месте преступления. Для меня этого достаточно. Нашего вида? Понятно. Вы что-то имеете против нашего стиля жизни, офицер Лазарский? Нет, но это, наверное, трудно, особенно если ты семейный. Никто не обещал, что жизнь будет легкой. Послушайте, вы не заметили ничего странного? Apart from the usual, you mean? Не такого, как всегда? The usual. Всегда? Well, you know. Ну, знаете, это место не то чтобы храм добродетели, но и нам судить. Большинство людей действуют с благими намерениями, просто они сбились с пути. Должен признать, никаких модов, довольно необычная позиция в наши дни. Правда? Но разве стоит отказываться от своей природы ради подсоединения нейронов к сети? Разве тело, которое держится только на проводах и винтах, может оправдать запятнанную душу? Некоторые считают это преимуществом. Конечно, я знаю, что наши жизни будут короче и менее комфортны, но мы готовы заплатить цену за сохранение непорочности тел, данных нам Богом. Не поймите меня неправильно, я тоже не любитель имплантов, но без них я не смог бы стать полицейским. Да, вы носите их в своем теле. Да, у меня особый выбор, это нет, знаете ли. О, мы все сами отвечаем за подобные решения. Если бы все люди это осознали, мир был бы намного лучше. Полагаю, вы правы. Все мы создаем себя сами. Не хочу вас перебивать, но при нашей церкви действует группа поддержки для раскаявшихся. Может, вы бы хотели посетить собрание? Звучит заманчиво. Спасибо за приглашение. Да, если вы держите... Если выдержите, пока все представляется, то найдете там... Нет, что я залил. Но если вы так считаете, мистер Карский... Удачи вам, офицер Лазарский. Так... Мне надо 104-106. Здесь ничего интересного нет? Что пропало?
Ага, дверь закрылась. А с ней нельзя поговорить? Так, 109. Так, 105, 106. Мисс Нейдер? Мисс Нейдер, я из полиции Кракова. Можно задать вам несколько вопросов? Миссис. Excuse me? Что, простите? Миссис Нейдер. Right. Хорошо, миссис Нейдер. Что вам нужно? Вы куда-нибудь звонили в течение последнего часа? Нет, не звонила. Проверьте, пожалуйста, свой компас. Возможно, его использовали в качестве прокси. У меня нет компаса. Нет компаса? Я думал, сейчас они есть у всех. Значит, неправильно думали. У меня вообще нет никаких имплантов. С вами все в порядке? Вам ничего не угрожает? Ну, об этом нужно спрашивать у вас. Я слышала сирены, как они затихали. Чистильщики уже выехали, хоть кому-то из нас ничего не угрожает. Кажется, блокировка произошла из-за сбоя. Не думаю, что здесь имела место вспышка. Что ж, уверена, мои соседи будут очень рады это слышать. Но не вы? Нет, офицер. Я нет. Позвольте спросить, вы живете одна? Нет, не позволяю. И да, я живу одна. Возможно, у вас есть супруга или дочь. Вы что, не слышали? Я сказала, что живу одна. Тогда почему вы настаиваете, чтобы к вам обращались миссис? Я вдова. Моя жена умерла много лет назад, во время эпидемии. Жена? Я сожалею. Поэтому у вас нет имплантов, да? Да. Показать вам рубцы у меня на шее и лице? Настоящая художественная штопка. Мелкие уродцы превзошли сами себя. Или, может, хотите увидеть мою руку? Вернее, то, что от нее осталось. И удовлетворить ваше любопытство? Миссис Нейдер, я просто выполняю свою работу. Это я уже слышала. От чистильщиков, забравших мою Лауру. Один из них повернулся ко мне и сказал именно эти слова. Больше я ее не видела, даже тело, будто она не существовала вовсе. Я не такой, как они. Неужели? И что, вы работаете не на корпорацию? И на людей, отобравших у меня все? Они платят мне, но это не значит, что я им принадлежу. Какая чудесная отговорка. Займитесь лучше своими делами, офицер. Уверена, у вас их пруд-пруди. До встречи, мисс Нейдер. Значит, это Хелена Новак. Так, а где тогда 104-я? Ой, там кто-то бегает.
101 и 104. Туалет. Hey, you! I can hear you out there. Help me, please. There's been a lockdown. A lockdown? Блокировка? О нет, только no. не сегодня. Oh God, please not today. А что такого особенного должно произойти сегодня? У меня была запланирована медицинская процедура, частного характера. Лучше не будем об этом. Как угодно. Вам больно? С вами все в порядке? Судя по голосу, вам очень больно. Все в порядке, я просто... У меня небольшие проблемы. Жду, когда их решат. Может, я смогу чем-нибудь помочь? Конечно, если вы специалист по коррекционной хирургии. Сэр, я бы хотел спросить, не видели ли вы в последнее время ничего подозрительного? Я ничего не видел в течение уже 40 лет. А, так в этом обстоят проблемы. Мне немного неловко это обсуждать. Хорошо, не буду тратить ваше время. Погодите, я кое-что слышал. Тихие шаги, будто кто-то специально не хочет привлекать внимание. Тяжелое дыхание, тяжелое сердитое. Так не дышит, когда прячется. Так дышит, когда охотится. Еще что-нибудь? Запах. Он был таким знакомым. Чем-то напомнил мне детство. Детство? Да, мы с семьей жили за городом, со всеми прилагающимися. Во время дождя запах был похожий. Полиция Кракова. Можно задать вам несколько вопросов? Конечно, офицер. Всегда рад выполнить гражданский долг. Вы кажетесь довольно спокойным. Знаете, что в здании активирована блокировка? Да, но я мало чем смогу помочь, правда ведь? То есть уверен, что пока мы здесь разговариваем, власти пытаются как-то разрешить ситуацию. Если подумать, вы ведь именно для этого здесь? Да, конечно. Ну вот, значит, беспокоиться не о чем. Могу я вам еще чем-то помочь? Вы не замечали в последнее время ничего подозрительного? Возможно, соседи вели себя странно. Вообще-то, я слышал какой-то шум из 104-й, а потом оттуда выскочила женщина и понеслась прочь. А какого рода был этот шум, сэр? Да крики разные, крушили что-то. Я не придал этому значения, понимаете? Те двое всегда жили как кошка с собакой. Вы имеете в виду, что они применяют насилие друг к другу? Не знаю, как насчет насилия. В большинстве случаев просто ссорятся, наверное. Но сегодня было намного жестче, чем обычно. Наверное, поэтому она и убежала. Вы не видели, куда она направилась? Ну, я не то чтобы видел ее, я чувствовал ее запах, понимаете? Запах? Как будто вы его не чувствуете. Весь коридор провонял дешевыми помоями, которые она на себя выливает. Наверное, думает, что от этого становится похожей на леди. Понятно. Спасибо за помощь. Еще я слышал, как она пыхтела, постановая, словно шлюха. Да она и есть шлюха.
Да, свет не видывал, такой дразнил. Вечно со мной заигрывает. Наклоняется к замку, а под одеждой у него ничегошеньки нет. Это она знает, что я смотрю, и нравится мне задирать. Связалась с этим тупоголовым Нариком, чем он лучше меня. Знаете, им всем это нравится. Конченая косоглазая стерва. Поползет ко мне на коленях, но будет слишком поздно. Слышите меня? Слишком поздно. Хорошо, я получил общую картину. Спасибо за содействие. Пожалуйста. Нормально ты общаешься, конечно. Шлюха, говорит. Anyone here? Пропуск корпорации Хирон. Уровень допуска низкий, но все еще действительно. Опа. Что у него в горле? А он еще жив. Не бойтесь, я помогу вам. Что здесь произошло? Послушайте, здание активировано блокировкой. Сейчас я не могу позвать на помощь, но если вы мне поможете, я обязательно найду виновного. Походу, он мне не сможет помочь. Не трать сил на разговоры, есть другой способ. Объект одобрен. Начинаем нейродопрос. Амир, это ты?
типа я сюда пришел за фоткой за этой. Мужик, что за фигня? Я же просил не приходить днем. Бля, еще понимаешь, куда бежать? А, типа надо на телек смотреть? Где баки опять? Блять, я не понимаю. Пиздец какой-то. Вот где байки, раз комната. Теперь где стол, вот сюда прямо бежать. Thank you.
Ебать, было жестко. Опять эти помои. Называется суп. Если что подает, лучше уж он не станет. Я в тюрьму уже. Поехал. It's hard to forget.
конечно. Найс, познакомились, походу. Now I can see right through you. I saw that underneath all your muscles and tattoos, you were like a big wounded animal. Lost. Alone. Hey, at least you knew what you were getting into. Yeah, I guess I did. Sickness and in health, forsaking all others. To have and to hold from this day forward. Не обвенчались в тату салоне? Any regrets? No. Ёб твою мать. Полагаю, что мне бежать за ним. You can do it. I know you can. Трип. Просто бэд трип, как бы. Expired during questioning. Emergency extraction procedure successful. Так кто его вскрыл-то так? Разве он такой и был? Ближайшие соседи, найти Хелену Новак. Походу в тату-салон надо теперь.
Во-первых, как твой постоянный татуировщик, советую тебе перестать забрасывать меня этими сообщениями. Если тебе кажется, что есть проблема, зайди ко мне в салон. Во-вторых, экземпляр у тебя на шее заживал прекрасно, когда я видел его в последний раз. Катализатор работал, если действительно, как ты утверждаешь, становится совсем паршиво, то это, скорее всего, из-за того, что ты постоянно чешешь и трогаешь это место. Говорю в последний раз, оставь его в покое, приезжай на проверку, если хочешь, но перестань доставать меня пустыми страхами. Я тебе не психолог. Так, последний пакет данных, который ты принес, был частично поврежден. Мне удалось спасти основную часть, но, как я уже говорил, ты должен чаще давать мне инструмент для шифрования, чтобы я мог тягаться с их шифраторами. Если мы хотим придерживаться наших договоренностей, ты должен выполнять свою часть работы. Это чувствительные данные. Каждая искаженная строка кода означает несколько часов дополнительной работы, а в мое время стоит очень дорого. Я говорил раньше и повторю снова. Программу нельзя отследить. Единственный способ поймать тебя — это застукать на том, как ты физически взаимодействуешь с рабочей станцией. Я понимаю, ты напуган и вполне сознаю риск, которому ты подвигаешься в этой ситуации, но именно за это я тебе и плачу. Прости, Гела, я знаю, мы так давно знакомы, но я действительно не могу помочь тебе в этот раз. Я очень хотела бы, но не могу. Даже если закрыть глаза на проблемы со здоровьем, Амира, начальство ввело более строгие правила приема на работу. Никаких граждан класса С и особенно никаких бывших заключенных. Я знаю, мир неплохой парень и заслуживает еще один шанс, но я действительно никак не могу обойти эти дурацкие правила. Еще раз прости, если есть какой-то другой способ помочь, дай мне знать. Резюме Амира. Амир Новак. Так, новый левел пауков. Да. Так, а если сделать... Блять. Переборщил. Блять, я промахнулся. Так. Блять, опять не то сделал. Так, сначала Вера. Да ёб твою мать. Сначала этого. Бля, что-то я не понимаю. Caution. Low synchronization. Administer synchrozine. Washer.
Бля, что-то я не так делаю. Warning. Desynchronization imminent. Administer medication. Все равно. Так, ладно. Что, бля, я хуёво соображаю уже сегодня. Фотка с татуировщиком. Well, well. You must be Helen. What else are you hiding in here? Leaving the scene. Знаю, возможно, все еще находится жена жертвы. Возможно, соседи что-нибудь знают. Опа. My timing is really off today. Бедная Хелена. Poor Helena.
Лазарский, 6-5-6-2-1. Нашел третью жертву. Время смерти около часа назад. Начинаю криминалистический анализ. Starting forensic analysis. The neural implants. Нейроимплант не поврежден. Хелена Новак, да. We got a match. Есть совпадение, так значит, ты звонил человеку, убитому в квартире Адама. С чернилами, повышенная концентрация гормонов. Ну черт, только не говори мне, что она. В качестве орудия убийства убийца использовал тату-машинку. Жестко. Так, одну цифру я знаю только, да, единица. Такую музыку только убийство и расследовать на самом деле. Есть мыслишка. Так, я пока не очень понимаю, куда ее надо навести. Скорее всего, типа в ультрафиолете видно будет код. В том, куда ее направить.
Attempting a necroneural connection is in direct violation of the Postmortem Observation Act of 2061. Authorization denied. Emergency override. Open maintenance vent. В труп внедряться. Сейчас тест будет какой-то проходить. Республика твоя мать, Херон твой отец. Материнская любовь, безусловно. Отцовская гордость требует жертв. Мы готовы приносить жертву ради большего блага. Ебать! Работа, продуктивность, счастье. Вы будете счастливы, вы будете продуктивны. Будете трудиться ради большего блага. Вы будете подчиняться, я предлагаю. Загрузка. Завершение оценки испытуемого. Проверка ответов, анализ поведенческих шаблонов, вычисление жизненных выборов. Предупреждение. Супруг испытуемого судимости. Никаких обязательств по текущему назначению. Вычет очков незначительный. Предупреждение проигнорировано. Отсчет очков. Поздравляем, добро пожаловать в корпорацию Херон. Сейчас буду на летающем стуле сидеть, походу. Обратно, походу, идти надо.
Да вроде нет. Что-то я не понимаю, как из офиса выйти. Наверное, свое рабочее место надо найти. Есть такой вариант. Блять, а в этом дурдоме это вообще возможно? Блять, сложно. Боже, как выйти-то отсюда теперь? За эту бабу, конечно, воспоминания дерьма просто. Начинают двигаться, типа, когда я хожу. Thank you.
Боже, какие же у них трипы, это просто капец. Одежда в холодильнике лежит. В крови, лол. Амир. Амир, ты помнишь, как тебя знакомились? Даже там написано Лазарский. Адам. Почему сейчас воспоминания детектива показывают вперемешку с воспоминаниями этой женщины? Didn't you hear? This is great news. Let's take some more time to think about it. What is there to think about? You should be happy. Who says I'm not happy? Очень странно. This is your chance. Это твой шанс.
подняться опять. All right, you can get up now. Хорошо, теперь можете подняться, просто не спешите. Congratulations. You are now the proud owner of a CT-70 данных. Я вел катализатор, чтобы ткань быстрее заживала. Просто снимать повязку. The tissue healed faster. Just keep that dressing on for the next couple of days. Уверены, что его не найдут? It's got a built-in scrambler and a shielded frame. Как ни один сканер не сможет обойти такую защиту? Фактически это устройство призрак. Его никак нельзя определить, если только точно не знать, где искать. Ага, то есть в ней спрятано хранилище данных. Интересно. What is this? The hell did you do to yourself? Don't even start. I did what I had to. It's about time someone around here showed some initiative. What's that supposed to mean? Oh, wait, you don't know. No, please. Tell me. Tell me again how useless I am. How I can't keep a job because no one will hire a fucking junkie ex-con. Amir. And you know what you're getting into? It's not like I have a choice. You need the money, Amir. Whatever it takes. Любой ценой. Mark my words, that shit is gonna be the death of us. Так, она украла какие-то данные с Херона, получается. За это их убили. Только не говорите, что сейчас надо будет от бабайки бегать. Боже, серьезно? Что за дерьмо? Так, а где выход-то, блядь, в этой комнате? Бля, и здесь надо будет бегать? Так.
Что-то сложно. А здесь куда? Еще один. А, он где-то рядом ходит, сейчас меня ушатает. Так, опять эта змея, которая полезла в водопровод, ясно. Сделать-то, лол.
блядь, да что надо-то? А. Господи. Теперь его нести с той комнаты сюда, что ли? Ребенок умер, что ли? А, все, вижу, куда его подключить. Like we got all of it. So, так, это комната Адама. Exactly? Лучше тебе этого не знать. Вообще. Но это же не то, что плохое, правда? Типа вирус или сверхсекретное оружие. Нет, ничего такого. А что тогда? Что вообще может стоить такого риска? Будущее. Сейчас бы по полям бы еще побегать.
камон, игра так... He said it's undetectable. Игра так хорошо начиналась. Ну что начались опять за бабайки, блядь, прятание от бабаек, бегать по полям, там прятаться от этих, блядь, квадрокоптеров. Что за срань? А куда мне добежать бы еще понять? Полагаю, на столб света вот этот надо. Что ли? Было близко. А, то есть, блядь, посреди поля стоит комп. Так, вызов. Не знаю, смогу ли заниматься этим дальше. Мне кажется, они обо всем догадываются. Не будь параноиком, никто ни о чем не догадывается. Ты не понимаешь, каждый раз, когда я прихожу, такое чувство, что они следят за мной. Вчера этот кретин начальник так на меня просмотрел, будто я просто уверена, что он все знает. Если бы они знали, мы бы уже были мертвы. Может, они просто издеваются над нами? И какой им с этого прок? Не знаю, может быть, так эти садисты снимают напряжение? Нет, это не их подход. Поверь, я достаточно долго проработал в корпорации, чтобы знать их мотивы. Блин, сейчас, походу, опять придется от бабайки бегать. Мне почему-то так кажется. Блядь, нихуя, зачем такие яркие краски-то? Амир! А, Амира уже убили. Скример какой-то на Амира напал. Get out of here! Run! Get help! They're here. They come for us. Help me. You need to run. Пароль знаю. А пройти-то можно? На нахуй. Пока. Тридцать шесть пятнадцать. Она жива еще?
А, не, просто так лежит, как будто она это скачала. Так, пароль. 3615. Доступ разрешен. Синхрозина бахнуть. Что опять картинка поплыла? A surgical chop shop. Just what we need. Подпольная операция. Low power. Synchrosine collected. Synchrosine collected. Так, а где тут свет? Где тут включить свет? This place is a fucking slaughter. Просто какая-то бойня. There is a guy waiting for you in 102. И ждет парень из 102. Где тут? Запитать-то энергией можно все это добро. Бодиарт. Нельзя питание это в подвале нигде включить здесь. Осмотреть тайную комнату. Так, блин, я смотрел. Это типа подпольная лаборатория. Тут как бы все понятно. Подпольная, хирургическая даже. А, во!
seen these before. Так, обнаружено устройство. List of subject. Terminate. What the hell have you been doing? July 6th, 2083. Finally managed to set up a workspace. It's not ideal, but it'll have to do. Unfortunately, the first trial proved unsuccessful, to say the least. You'd think after 5 years of working on this project, приобретенных мной в течение 5 лет борьбы над проектом, работа над проектом должно быть недостаточно, но без моих данных это будет долгим и ухабистым. Looks to be a long and bumpy road. Все? July 25th, 2083. I made some unlikely allies. They might be able to assist me in my research, help me retrieve my data from Chiron. I wasn't planning on involving others. Это делать все предприятие еще более рискованным. Нужно быть реалистом. Я запланировал очень масштабный проект. Мне понадобится любая помощь, которую мне предложат. In undertaking of this magnitude, I need all the help I can get. September 2nd, 2083. Finally got some of my data back. All the good it did. Subjects are proving unstable. Ограниченные способности, умственные расстройства. Limited faculties, mental disorders. Сломленными, совершенно broken, incomplete. The latest one. Последний просто орал и не прекращал. Пришлось его ликвидировать. He just started screaming and he never stopped. I had no choice but to terminate. I can still hear him. I feel like the answer is staring me right in the face, and I'm missing it. Maybe I'm not as smart as I think. Возможно, я не настолько умен, Возможно, я просто обречен облажаться и всех подвести. To fail everyone seems to run in the family. Наверное, это наследственное. Project. Oh fuck. Shit. Могу поклясться, что слышал недавно шепот из системного блока. Поскольку это абсолютно невозможно, я могу объяснить подобные симптомы лишь недостатком сна. I have to attribute the symptoms to sleep deprivation. Обычно я не уделяю снам особого внимания, но был таким ярким. But this one was so vivid. Я снился мой последний день в Хироне. Я снова сидел в конференц-зале. Ашер смотрел на меня этим своим снисходительным взглядом. Говорил, что нужно расти и двигаться вперед. На лице его в этот раз было другим. На нем была ухмылка, выражающая презрение и осуждение. Это было лицо моего отца. Так, а текстовые? Как же неудобно листать.
решетку. Так, а фонарик тут не предусмотрен. А, нет, ночное зрение на F предусмотрено. Кто-нибудь, мне нужно с вами поговорить. Oh, hello. О, да, привет. Меня зовут Мария. I'm Maria. Ну, какая-то порция, по-моему. Hello, Maria. Привет, Мария, я Дэн. Lovely name. Прекрасное имя, очень. Lovely. Это типа как Даниил из Библии. Is that short for Daniel? Like the one in the Bible? Yeah, oh. Да, возможно. Maybe. Мария, я, кажется, заблудился здесь. Вы не могли бы показать мне ближайший выход? О, oh, да, yes, я все понимаю. Там внизу просто лабиринт какой-то, правда? It really is a maze down here, don't you think? Yeah, да, довольно запутанно. Так что насчет выхода? All right. Ну ладно. Мимо помещения с ужасными криками, идите прямо к лестнице. Вот и все. Just be careful. Просто будь осторожен. Не сбейся с пути. Ты дитя света, Даниил. Ты слишком ценен, чтобы потеряться во тьме. Much too precious to get lost in the dark. Yeah. Thanks, Maria. Мимо помещения с ужасными криками. Прямо к лестнице. Пока туда нельзя. Так, а можем мы взломать? Совпадение найдено, одна цифра. Hey, anyone out there? Help me, please. А как мне побазарить-то с тобой? У тебя ж интеркома даже нет на двери. Что случилось? Что происходит? О, как хорошо, что меня услышали. Помогите, я не могу отсюда выбраться. Хорошо, сэр. Можете описать, что конкретно с вами происходит? Я проснулся привязанным к этой адской машине. В лодку была вставлена трубка. Я еле ее вытащил. Хорошо, осмотритесь, скажите, что увидите в комнате. Ничего не вижу. У меня что-то на голове. Только нет. Помогите, пожалуйста. Давайте попробуем так. Можете снять это устройство, которое у вас на голове? Не уверен. Я еле могу поднять руки. Что, черт подери, они со мной сделали?
Послушайте, сэр, положите локти на кресло, опустите голову и откиньтесь назад. Lower your head and pull backwards. Спасибо, я уже его снял. Это какой-то шлем. Повсюду кабели. На нем есть логотип. Лицо с крыльями. It's some kind of helmet. There's cables everywhere. There's a logo. Some kind of face with wings. The Morpheus VR. Серия Морфей VR. The what? Чего-чего? Эй, ответьте, как капитан подвига и представитель инициативы «Объединенная Земля», я требую, чтобы мне сообщили, что здесь происходит. Простите, что вот так сваливаю все это на вас, но никакой инициативы «Объединенная Земля» не существует. Вы знаете, что такое трансер? Нет, зачем мне это? Это человек, убегающий от реальной жизни в мир фантазий, виртуальная зависимость. Ну и зачем вы мне это рассказываете? Вы сейчас в своей квартире, вы не капитан. Это все была иллюзия, простите. Должно быть, вследствие блокировки произошел сбой передачи данных, ваши мышцы успели атрофироваться, значит, вы, вероятно, провели в этом кресле долгие месяцы. Заткнитесь, вы лжете. Не знаю, что это за игра, но моя команда уже отправилась на поиски. Как вам будет угодно. Меня не готовили для таких разговоров. Погодите, не оставляйте меня здесь, ублюдок. Мне нужно выбраться из этой чертовой дыры. Эта чертова дыра называется реальный мир. Единственный способ отсюда выбраться — перегрузить систему и вернуться в игру. Да, это жестко. Полиция Кракова, я должен задать вам несколько вопросов. Вам лучше уйти. Все в порядке, как я уже сказал, я просто хочу задать вам несколько вопросов. Нет никаких вопросов, он подумает, что я с вами флиртую. Хорошо, давайте я тогда поговорю с ним. Пожалуйста, уходите, он очень разозлится, если услышит нас. Этот человек сейчас с вами, мам? Не знаю, наверное, нет. Я никогда не знаю, где он. Он просто приходит и уходит, понимаете? Он дурно с вами обращался? Пожалуйста, уходите, со мной все будет в порядке. Хорошо, мам, я уйду. Что происходит? Пожалуйста, тише. Он смотрит прямо на меня. Вот как? Значит, он сейчас там? Он всегда там. Он живет в стенах. О нет, он, кажется, вас услышал. Безумное чаепитие. Блять, я что-то в подвале в этом вообще запутался. Куда идти? Там я был, и здесь я был. Последнюю вот мы можем угадать. Бля, я так и думал, что 40.04, ну да ладно. Так, а вот и лестница.
А вот еще одна. Что ли у него начались какие-то? Эй, вы, подойдите сюда. Что вам нужно? Узнать, как ваши дела? Дерьмовые мои дела. Возможно, а возможно и нет. Что думаешь? Все как-то неправильно. Конечно, неправильно. Всегда было неправильно. Иначе и не могло быть. Что происходит? Я сам себе противен. Расслабься, это всего лишь вопрос времени. Время никого не ждет. Время — ничто. В чем твоя проблема? Это что, допрос? Трудно такое представить, правда? Ты не того допрашиваешь. Уверен? Отвали. Не буду. Будешь? Не буду. Игра окончена. Я знаю твой номер. Я вернусь. Наши пути больше не пересекутся, Дэн. Постарайся не думать о ней. Это не принесет тебе покоя. Я так и думал, что это отсылка к его жене. Вот эти все слезы и беготня по коридору. Так... Нужно прерваться на минут 5-10.
найди владельца подвала. Владелец подвального помещения, владелец тату-салона. Все. Так, мне нужен консьерж. Он опять куда-то ушел. Мне опять придется воспользоваться его компом. Узнать-то, кто владелец. Все в порядке. Is everything all right? Да. Don't mind the rain? А дождь вам не мешает? Иногда печет. It burns sometimes. And this helps? И это помогает? Сегодня. Not tonight. Do you know who owns the tattoo parlor? Знаете, кто владелец тату-салона? Ага, жилец. Кто здесь живет, в этом доме? Где? Джек Карнс. Квартира 210, второй этаж. Спасибо. Держи порох сухим. Второй этаж, квартира 210. Сюда можно зайти? Можно. Так, здесь сотки. Не сюда. Так, я что-то заблудился. А где мне в 200-й эта квартира попасть? Интересно. Это серверная.
не воткнет за то, что я тут немножечко шарю. Я только не вижу одного, где включить питание. А, так правильно, это первый этаж. Этаж. Какой он сказал? 204? А, 210. Он, скорее всего, уже мертвый. Так, 211. А 210 где? А 210 не здесь? Резиденция Розака, чем могу помочь? Резиденция? Не слишком подходящее слово для такого места. Простите, эту фразу выбрал мой хозяин. Если вы считаете ее неподходящей, я не стану ее использовать в вашем присутствии. Вы дворецкий? Двор? Сейчас? Нет, хозяина сейчас нет дома. Может, позже? Later, maybe. Да, очень смешно. Yes, very funny. You're not a bot, are you? Yes, Femcom 6.0. A sex bot. Ничего себе, секс-бот. Whoopee. Это допустимое просторечие. Если хозяин розок не дома, почему он вас не выключил? Я была деактивирована после вечернего сеанса. Мой ЦП неожиданно перезагрузился через 5 часов 43 секунды. Наверное, блокировка вызвала сбой в вашем сроке питания. Ладненько, я бы попрощался, но особо не вижу смысла. Конечно, ведь это означало бы, что вы относитесь как мне, как к равным. Что вы сказали? Можете использовать меня, как вам будет угодно. Так, что за наёб? 210, 211.
приходим сюда, смотрим и видим, что, блядь, 210 находится вот здесь. Чего? Чего, блядь, куда бежать вообще? Здесь дискотека у пацанов. Блять. 209-208. Почему они все, блядь, на фашистов похожи, я не понимаю. Теперь я иду в 210-ю, типа. Нормально. Найс фотка. Так, вот кухня. И через кухню можно попасть в 210. Ну или как-то так. Таблетка была. А, не, показалось, это мешок. Интересного. Млеко. Херон с проблем, но солюшен. Да, это жестко. Блять, как попасть в 210-ю квартиру? Сейчас я бегу, и справа, типа, будет проход. А, вот она, господи. Ну, там уже все свернуто. Там уже кто-то был до меня. Синхрозин нашли. Я перенесся во времени опять. Интересно. Я не могу вырубить. Я здесь вообще ничего не могу делать, почему-то в этой комнате. У меня даже обилки не работают. Что я должен сделать? Не очень понятно.
Спасибо вам, доктор. Стулья. Specialize in augmentation to go beyond our limits, to realize our true potential, to usher in a new era. Big words. Some would say it's all about improving a patient's quality of life. Some need to think bigger than that. Our true goal should be to improve all of mankind. Each subject a step towards that goal. What I mean. Or were you being clever about my alleged lack of empathy? Так. Интересно. Куда это все меня заведет? Вьетнамские флешбеки вообще. Что, крутим дальше, походу? Steady, goddammit. Тут какие-то операции проводились. Это конец. Yeah.
Я могу теперь куда-то в другое место подсоединить. Может, так я могу дверь открыть, или что, я опять к приемнику надо ее? Походу, да. Опа. А ты кто? Теперь ее надо запитать. А кто это такая? Не, она не разговаривает. Так, ну этот шар, я полагаю, надо положить сюда. It's rejecting the implant. Неужели я теряю контроль? Am I losing? Already scanned. Focus. Запросканировано. Сосредоточься. Постарайся вспомнить. Warning. Abnormal genetic structure. Аномальная генетическая структура. This blood doesn't match. Кровь отличается от крови жертв. Нужно определить след. Calibrating now. Calibration complete. Place established. Bingo. Так, бинго-то бинго, но синхрозин все-таки принять надо. Yes.
Synchrosine injected. Strain level decreased. Так, ну пойдем искать. В смысле заперто? Понял. А, понял. Я что-то не особо хочу туда идти. Но походу придется. Да боже, детектив, зачем ты идешь прямо в логово к монстру к этому? Ты что, дурачок? Шестьсот шестьдесят шесть. Интересно, что тут следов-то уже нет. Что-то мигало здесь. А чё меня так заваливает-то? Горизонт завалило. Подъехали опять.
59. Все, спасибо. Полагаю, что это две оставшиеся цифры кода. А, нелюбимая позиция стриптизерши. Так. Да? You are welcome. Тише, он услышит вас. Кто? Тот, у кого много обличий. Мы не называем его именем. Он живет здесь? Намного ниже. Он обитает под зданием. Сюда выходит только на охоту. Как его найти? Его не нужно искать. Он сам вас найдет. Он всегда находит добычу. О чем вы вообще говорите? Нет, я уже слышал слишком много. Ой, сказал. Я не позволю ему причинить вам вред, если поможете мне. Я не могу, простите, он знает. Я сейчас повернусь, и мне пизда, да? Эй, Фогги, Пинфорест. Куда идти-то? Чтобы понимать, куда здесь надо идти. Ну, велосипед. Может, уедем отсюда, не? Так, я походу вернулся. Ну-ка. Смогу поймать. Понятно. Сейчас мне это не поможет. Допустим, если брать за ориентир велосипед. Если я сейчас пойду прямо-прямо, я опять выйду к нему. Вот он опять.
бежать в ту сторону, куда повернут велосипед, я не знаю. Так, вон вижу еще один велосипед. Он повернут уже в ту сторону. Может, все-таки велосипед реально ориентир? Так, вот еще один. Он опять смотрит так же. Мне кажется, я опять на эту сторону иду. Ой. Мисклик. Эти велосипеды меня определенно куда-то не туда заводят. Сохранение. Идти по направлению велосипедов, по-моему, заведомо. Так, я видел, что можно было заюзать. Или нет? Показалось, что ли? Хоть бы подсказку какую-то дали перед этим лесом, не знаю. Куда идти? Эти велосипеды, по-моему, они по дефолту стоят вообще в каждом ряду. Не понимаю, как этим грамотно пользоваться. Странно, теперь вообще ни одного велосипеда нет. А, нет, вот один есть. Они все смотрят в ту сторону. Этот смотрит сюда. Шок-контент просто.
куда бежать, что делать. Поинтом начать тоже нельзя. Лес просто потрясающий. Не знаю, велосипеды явно неспроста здесь стоят. Вот опять что-то было в траве. Что-то можно было поднять. Этот велосипед тралит, он поворачивается. Бля, в любую сторону. О, воду слышу.